Тему христианства, его зарождения и развития на курорте можно проследить и изучить, просто прогулявшись по залам Музея истории города. Экспозиция «Древний Сочи». Фрагменты византийских храмов. Они были найдены во время олимпийской стройки. Предметы христианского культа. Кресты, лампада. Это первые свидетельства того, что христианство проникает на Черноморское побережье еще в 4 веке нашей эры. Утверждается уже в 8-9 веке, когда на побережье приезжают византийские миссионеры. Второе пришествие христианства на Черноморское побережье относится ко второй половине 19 века. Переселенцы, которые приезжают сюда, на территорию будущего города Сочи, они в основном проповедуют православие. Вот так, например, мог выглядеть интерьер жилища русских переселенцев в конце 19-го, в начале 20 века. В каждой избе был красный угол с иконой. Часто это был лик Михаила Архангела или вот такая икона, Купина Неопалимая. Считалось, что святыня оберегает дом от пожара. Икона, которую можно увидеть в Сочинском музее, кисти деревенского художника. Икона с непростой историей. Во время гонений на церковь в 20-х годах 20-го столетия иконы сжигали. И, собственно, вот эта икона, она тоже побывала в пожарище. И кто-то эту икону спас. И она оказалась в нашем музее. Мы ее намеренно не стали чистить. Она нам напоминает о том, что, наверное, ее высшие силы спасли из этого огня. Также в экспозиции музея есть Библии 19 века. Вот это, например, написано от руки. Тогда печаталось книг очень мало. Или вот такие кресты из армейской походной русской православной церкви. Все эти экспонаты находятся на стендах музея, а эти вещи хранятся в его фондах. Кресты, украшения, в которых хоронили усопших, сосуды, подсвечники, рушник, расшитый мастерицей в 1885 году, пасхальные открытки – все это уникальные христианские раритеты. Также в фондах музея большая коллекция икон. Вот это была изготовлена в конце 17 века. Этой иконой была благословлена семья Кокошкина. И вот на оборотной стороне иконы мы можем видеть надпись «На долгие лет жизни их, эту, всю эту семью вместе с их большим имением, в том числе и крепостными крестьянами». И это лишь малая часть уникальных христианских раритетов, которыми сегодня располагает музей. Каждый из них имеет огромную ценность, ведь все это – часть богатой истории города Сочи.